Футбольный клуб «Тверь» уступил в очередном матче профессиональной футбольной лиги. Во встрече 26-го тура команда Вадима Гаранина на выезде минимально проиграла Смоленску. Счет в матче хозяева открыли уже на 7-й минуте поединка. Отличился Антон Винокуров. Как и в гостевом матче с ленинградцем меньше 2 недель назад, футбольная «Тверь», пропустив быстрый гол, не смогла изменить ситуацию в свою пользу. Итоговые 0-1 в Смоленске стали 7-м поражением в сезоне. Тем не менее, тверская команда сохранила за собой 4-ю строчку в турнирной таблице. Следующий матч наша команда проведет дома. 30 мая на стадион «Юность» приедет «Знамя труда». Подводя итоги поединка со Смоленском, наставник «Твери» Вадим Гаранин отметил, что не может быть удовлетворен ни итоговым счетом, ни качеством игры своей команды. В целом, по игре говорить, то, наверное, хозяева хотели больше выиграть. Это бросалось в глаза в единоборствах, в интенсивности, какой-то мощи. Возможно, где-то до игры мы поверили, что мы боремся за медали. Возможно, опять-таки, это так, фантазии. Но когда анализируешь какие-то детальки, вот такая мысль прошла у нас.